Восток, неведомый, завораживающий, тревожащий. Летящие кони и чудо-птицы, воины Чингисхана, степные красавицы и мудрые старики. Кочевая Азия в самом центре Москвы. Ее создал и показал миру бурятский скульптор Дашин Амдаков. Декабрь 2007 года. В одном из лучших залов Государственной Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке открывается персональная выставка Дашина Амдакова. Его работы выставлялись в музеях России, Америки, Европы и Азии и уже принесли ему международную известность и признание. Однако выставка в главном национальном музее страны – явление чрезвычайное для любого, даже самого именитого российского художника. Идет выставка в Третьяковке, когда висят такие великие картины, великих мастеров, это большой экзамен. Конечно, благодарю Бога, благодарю друзей, всех, кто меня поддержал, поддерживает. Спасибо всем большое. Это один из самых интересных национальных скульпторов России. За последние 5 лет он провел 14 персональных выставок в России и за рубежом. Его работа находится в Эрмитаже, в Музее Востока, в Этнографическом музее, в Музее современного искусства, в музеях Нью-Йорка, Гуанчжоу, Китай, во многих частных коллекциях в России и за рубежом. Я убежден, что это знаменательное событие в истории Государственной Третьяковской галереи. В этот день в Третьяковке собрался весь цвет московских художников. Известные скульпторы называют Даши явлением, а его работы – совсем другим уровнем проникновения в историю. В мифологию, историю, очевидно, многотысячелетнюю историю Бурятии, буддизма вообще. И вот, мне кажется, Даши очень толково погружается в эту историю. Я понимаю, что это у этого художника большое будущее. Куда он пойдет? Что он будет делать дальше? Ну, это один бог. Может быть, буддийский бог знает. Ну, я думаю, что впереди у Даши прекрасное будущее, чего я тебе желаю и поздравляю тебя с открытием. То, что я вижу, для меня это очень молодо, динамично. Как для художника, который вообще чувствует форму и пластику, а главное, что очень эмоционально и этнически. Сила воображения и мастерство исполнения. Восточный характер работ Даши Амдакова не дань моде или увлечению. Это, что называется, в крови. Оттого так притягательны созданные им образы для земляков. Искусство уважаемого Даши, оно настолько многогранно, оно настолько интересно, что вызывает, наверное, у каждого, кто пусть даже впервые посмотрел на те образы, которые он представляет для внимания зрителей, дает возможность лучше узнать мифологию нашего народа, его философию и все те хитросплетения буддизма, язычества в таких неординарных формах, что вызывает это, конечно, и восхищение, и вызывает желание следить за его творчеством. Истоки культуры Бурятии Могулии одна. Это кочевая культура. Все его изводы, лошади, вот, не просто лошади, вот, надо посмотреть, надо вникнуть. Заставляет разодумать его дело, его старики. Эти произведения не просто показывают людей, заставляют человека думать. Это самое главное. Я вот раньше, когда делал первый выставку, ужасно волновался, тем более там камера, микрофон. Видимо, уже я настолько уже как бы наволновался, что сейчас как бы достаточно спокоен. Да. Но
конечно, Третьяковка, да, это главный музей страны, и, естественно, волнение присутствует. Это именно авторский почерк, и ни с чем его не сравнить. И благодаря тому, что человек не боится, черпает отовсюду понемногу и переосмысливает, создает свое, благодаря этому мы имеем такую богатую палитру, такой богатый ассоциативный ряд. Каждый может подчеркнуть все, что угодно, просмотрев вот эту коллекцию. «Утро. Лицо Африки. Похищение». На суд зрителей выставлены уже известные и последние шедевры. Всего более 100 работ, представляющих особый мир художника. Причудливый, мощный, густо населенный героями, одновременно фантастическими и убедительно достоверными. Не так просто проглотить эти образы. Хотя за ними такая культура, такая мифология. В общем, это мифотворчество, конечно. Мифотворчество, которое... Это особый способ мышления, если даже современная наука признает, что мифологический способ мышления не менее продуктивный, чем этот такой точный, естественно, научный, потому что он более емкий. Более емкое познание мира, нежели дает нам сегодня еще наука. Над некоторыми произведениями мастер трудился долго. Например, на эту кошку ушло целых 3 года. Однако есть и быстрые вещи, которые хоть и не заняли много времени, но все равно интересны. Это одна из последних работ Даши Намдакова. Он сделал ее всего за час и сказал, что пошутил. Искусствоведы посчитали, что шутка удалась. Бегун получил лестные отзывы и теперь украшает Третьяковскую галерею. Даши Намдаков прошел хорошую классическую школу скульптуры, окончив Красноярский государственный художественный институт. Свободно владея профессиональным языком европейской пластики, он создает уникальные произведения, проникнутые духом буддийских сюжетов, мифологическими представлениями шаманизма, бурятского героического эпоса и народных сказок. Диктует. Бог диктует. Среди поклонников бурятского скульптора много известных людей. Среди них политик Ирина Хакамада, которая призналась, с возрастом в ней все больше и больше Востока. 21 век – это век, конечно, эклектики. Это век, когда Азия может победить, забрав все хорошее из Европы. И Даши, я думаю, это такой вот азиатский Дали. Потому что это вызов. Это сумасшедшая энергетика и огромное знание этнических своих собственных корней, но переработка их в современных западных ценностях. Он уникальный художник, и я очень рада, что выставка происходит в Третьяковской галерее. Это признание таланта молодого художника. И очень рада, что он все-таки корнями уходит в Улан-Удэ, потому что, во-первых, это моя любимая земля, во-вторых, мне очень нравится, когда... продвигаются люди из такого дальнего, да, за Урали, им и так очень тяжело. Это не тусовочная Москва, где все у тебя под боком. Значит, он действительно очень талантливый. Я думаю, это этап, а с другой стороны, я думаю, что он уже давно как бы заслужил это. Хотя, конечно, это огромная честь. Третьяковская галерея, самая главная вообще галерея в России. И вообще обычно сюда попадают уже люди преклонного возраста, даже еще, слава богу, только, я думаю, в начале, так сказать, своей настоящей большой карьеры. Ну и, конечно, выставка очень убедительная. Я очень рад увидеть эти все вещи вместе. Мы недавно открывали выставку его в Алма-Ате. Я думаю, пора его выставлять на площадях. Он, безусловно, по-моему, самый, конечно, талантливый на сегодня скульптор и художник. Впрочем, скоро это случится. Уже поступил заказ от правительства Казахстана. В Алма-Ате будет установлена 6-метровая жемчужина. Большой монумент появится и в Астане. Но это не все. В планах мастера работа в родном Улан-Удэ. Даже есть одна работа, которую я предполагаю поставить в Улан-Удэ, если получится договориться с властями. Я знаю, что сегодня на открытии будет президент нашей республики. Хочу показать и пообщаться на эту тему. Будет некрасиво, если я буду ставить скульптуры
в разных странах мира, а на родине ничего не будет. В осуществлении творческих проектов Дашин Амдакова помогает открытое акционерное общество «Атомэнергомаш». Слово «спонсор» здесь не приветствуют. Говорят, что в этом случае бизнес и творчество объединяет крепкая дружба. Я Даши знаю с 2001 года. Я часто в те времена бывал в командировках в Иркутске. Он как раз только в Иркутск перебрался. Мы с ним познакомились. Я бывал еще тогда в его первой мастерской в Иркутске. И уже тогда, несмотря на то, что он не был еще так знаменит, как сегодня, он тогда уже производил колоссальное впечатление своими работами, потому что в них всегда была душа, в них была жизнь, в них было какое-то свое абсолютно особое и неповторимое видение мира. Поэтому меня вот сегодня целый день называют спонсором. Мне очень неприятно это слово, потому что я здесь скорее как друг Даши. И для меня большая честь, что он попросил меня помочь организовать ему эту выставку. Крепкая дружба помогла и в осуществлении этого проекта. Впервые после распада Советского Союза Третьяковская галерея показывает в своих стенах яркое, самобытное, современное искусство представителя региональной России. По мнению специалистов Третьяковки, только подобные показы позволят собрать целостную, многоликую картину отечественного искусства рубежа веков и первых лет 21-го столетия. Для меня это принципиально важно, потому что я занимаюсь все-таки современным искусством 20-м, от начала 21 века, и для меня сохранить Россию надо. Сохранить Россию, сохранить ее культуру, ее надо собирать. Сегодня мы очень разрознены в плане культуры между центрами. Я знаю, что, допустим, тот же какой-нибудь Владивостокский музей, который очень сложно ему сюда приехать или общаться с центром, или представлять своих художников, элементарно просто ездить в Сеул, Токио, Ванкувер, то ближе, оказывается, территориально легче достижимо, чем центр России. И я думаю, что это вот, я надеюсь, что это будет вот такая первая выставка, которая очень серьезного, очень интересного художника, очень достойного представляющего современное искусство, но представляющий вот из далекой Азии. Кстати, на открытие выставки Дашина Амдакова в Третьяковской галерее почему-то не приехали бурятские чиновники от культуры. Были только друзья и поклонники таланта. Иркутяне, которые сейчас считают Даши своим, прибыли в более многочисленном составе и даже привезли местное телевидение. Приезд съемочной группы телекомпании «Оригус» стал для скульптора приятной неожиданностью. Всем землякам огромный привет. Совершенно неожиданно. Очень приятно, что буряты приехали. Спасибо всем большое. Бурятов, как говорилось ранее, приехало немного, но те, кто был, долго не могли оторваться от образов, придуманных талантливым земляком. У всех, кто следит за творчеством Дашина Амдакова, есть свои любимые вещи его исполнения. Например, у автора программы это композиция «Стихия», у оператора «Гордая царь-птица». Что нравится другим посетителям выставки, мы узнали прямо на месте. Я очень люблю больших животных. Я из-за этого была в Африке, я была в джунглях, я чего только не наблюдала. И ни одного художника не видела, который бы смог передать те чувства, которые я испытываю, когда вижу диких животных, параллельный чужой мир. У него это происходит, и мало того, он соединяет человека как часть природы. Мальчика, женщину. В этом заложена большая философия азиатского взгляда, потому что азиат смотрит на мир более отстраненно, и он каждую секунду понимает, что вся эта суета – это отдельный мир, а мир природы другой. Только азиаты могут так смотреть на природу. Любимая работа. Понимаете, ими все очень нравится. Я люблю его лошадей, я очень люблю серию «Воина» и графику, и я очень люблю вот этих девушек. Таких трогательных принцессы, серия принцесс, да. А Даши, у меня есть графика «Войны», и у меня есть шаман. Этот шаман помогает мне бороться с злыми духами, которые периодически врываются в мою жизнь. У меня есть любимые, я очень люблю и вот эти гравюры и скульптуру «Старый воин». Мне очень близка вот его тема, монгольская тема, так сказать. Ну и, конечно, вот очень мощные его все звери. Мы вот как раз только говорили с приятелями, что с товарищем, что необычайная энергия этих работ. Да, у меня, безусловно, есть свои любимые вещи. Вот если вы посмотрите, вот там есть летящая такая лошадь, распростершаяся, которая так и называется «Полет». Вот мне кажется, это вот в этом есть какая-то сила, какая-то мощь удивительная. Мне это очень нравится. Ну, я вот люблю вот быка, который там вот как-то я забыла, я не всегда помню название.
Да нет, вы знаете, для меня это вопрос всегда такой неожиданный, потому что я или люблю. Тут, вы знаете, очень сложно. Если ты профессионал и работаешь в галерее, тебе любить, не любить не очень положено, что ли. Ты должен понимать, профессионально, хорошо, плохо, или даже если тебе лично, может быть, не очень нравится. Но в данном случае мне это и нравится. Это высокопрофессиональное искусство. И я готова спорить с любым представителем соцарта или актуального искусства, что это искусство, а не то. Потому что то прошло, промелькнуло в 80-е годы, а сегодня занимается его реанимацией. Но сегодня это у нас не тема для разговора. А это очень интересное искусство, которое дает путь, насколько я понимаю, что встрепенулись все художники Бурятии. Я думаю, что не только Бурятии, Востока. Персональная выставка Даши Намдакова в Государственной Третьяковской галерее длилась 2 недели. Таинственная и загадочная Азия стала ближе тысячам человек, которые благодаря творчеству бурятского художника смогли открыть для себя вселенную кочевника.